Здравствуйте, здравствуйте, дорогие козероги. Сегодня будем делать расклад Ленорман на январь 2023 год для вас. Так, для начала я, конечно же, хочу поздравить вас с прошедшими праздниками и с наступающим Старым Новым Годом. Также прошу вас подписываться, ставить лайки и писать комментарии, особенно если у вас есть какие-то вопросы, ну или предложения. Конечно же, хочу посоветовать вам, чтобы вы смотрели свои расклады как для знака вашего Солнца, так и для знака вашего Асцендента и знак вашей Луны. Они часто очень сильно переплетаются. Поэтому смотрим Козероги, январь 2023 год. Так. Ну-ка-ся, что у нас будет? Во. Ага. Так, сейчас я быстро сделаю сумму. И мы приступим к раскладу. Значит, 54, 69, 70, 82, 83, 8 и 3. Это у нас 11. Так, смотрим, у нас 11. Ага. Так, вот у козерогов тоже будут небольшие изменения, судя по всему. Ну, по сравнению с первой половиной знаков зодиака, то у скорпионов, стрельцов и козерогов не такие уже сильные изменения. Так, смотрим, это на дне колоды, это ваша сумма, а это ваш расклад. Итак, сейчас приступаем к вашему раскладу, к расшифровке, точнее. Первая карта у вас распутье. По распутью это понятно же, что у козерогов будет очень много из чего выбирать. Будут разные опции, возможности, решения, выбор. Вы будете более открытыми к окружающему миру, к новым идеям. Какие-то приятные люди, компании, события. Итак, смотрим. А вот это неожиданная комбинация, не правда ли? У вас будет выбор, связанный с детьми какой-то. Ну, я надеюсь, вопрос не встанет, сохранять ли ребенка или нет. Ну, дело хозяйское в любом случае. Это раз. Два. Возможно, вы будете иметь возможность завести новых друзей, возможность в любых новых начинаниях. Может быть, у вас есть какой-то план начать что-то новое. У вас появится возможность как-то прожить вашу жизнь более просто, выйти из ограничивающих вас установок. Потом вот такой вариант. Вариант новой работы, вариант нового заработка, вариант нового как источника доходов. Также в комбинации этих карт, возможно, вы ослабите контроль над всеми, над вами самими и начнете жить более приятно эту жизнь, как дети. Как говорится, будьте как дети, потому что рай принадлежит им. А возможно, будут новые сообщения по поводу вашего здоровья. Так, теперь у нас такие дела. Возможно, козероги откроют для себя доход в новой сфере именно через дизайн, через какую-то
как это, вот креативность, знаете, когда люди зарабатывают именно креативными моментами. Может быть, даже новый легкий заработок будет. Или вы получите какую-то славу благодаря вашей работе, вашим проектам, возможно, ваши возможности, умения, таланты будут признаны благодаря вашей работе. Или вы как-то начнете использовать больше вашего воображения для работы, или те деньги, которые вы получите в январе по медведю, вы используете для реализации ваших мечт и желаний по Луне. Вы будете, такое ощущение, знаете, как будто вы в январе месяце будете наслаждаться вашей работой. А, и точно, вот эта комбинация, извините, я забыла сказать, ребенок и медведь. Медведь – карта материнства. Возможно, вы действительно забеременеете или родите в январе месяце. Так, возвращаемся сюда, как будто вы будете наслаждаться вашей работой. Я не знаю, если у вас беременность и работа, которая приносит вам наслаждение. А, и, кстати, карта Луны – это карта беременности. То есть, вы реально, некоторые из вас могут родить, а некоторые из вас могут узнать, что беременны в январе. И, например, если вы мужчина, то тогда вам удовольствие будет приносить и семейное положение, и работа. А если вы женщина, то, возможно, вы во время работы, вы во время беременности, если будете еще работать, то у вас тоже будут какие-то приятные моменты, события на работе. Или... даже, ну, а вдруг вы на дому сможете работать, вы устроите себе новый доход с дому и сможете работать как бы на дому, ну, и тогда это не будет проблемой для беременности. И как будто у вас будет, знаете, вы на работе как будто будете проявлять больше какого-то шарма или там устроите себе офис более красивый на работе. Вот, теперь, значит, смотрим так вот. И точно, еще в январе, возможно, вы поставите себе личные цели, но эти личные цели будут более связаны с профессиональным вашим каким-то развитием. Так, теперь так. Ну, во-первых, понятно, что будут у вас какие-то чарующие новости. Что-то шикарное. Вот вам прям приедут, придут какие-то очень супер приятные новости или отзывы, или какие-то сообщения. Ну, да, в принципе, новогоднее состояние. Вы, возможно, получили в январе много сообщений приятных. Еще у вас могут быть, либо вы поедете в гости, либо к вам приедут в гости, но вы будете чувствовать себя очень комфортно, будете так очаровывать своих гостей. Также по всаднику будут приход идей и энергии. И вот эти идеи и энергия помогут вам в реализации ваших мечт и желаний по Луне. Возможно, вы даже займетесь спортом по всаднику. Или вот вам по Луне там что-то приснится, вы что-то себе нафантазируете, нажелаете, и по всаднику вы тут же встали, пошли и сделали. И, то есть вам нужно будет всего лишь секунда, чтобы решиться и реализовать ваши цели и мечты. Просто шикарно. А еще карта всадника говорит о богатстве, о каком-то грандиозном о чем-то. И тогда по Луне выходит, что вы... у вас будут какие-то грандиозные планы, цели, желания. И, возможно, вы даже что-то там... ну, блин, ну это же невозможно. Ну, я прям такого хочу, что... чересчур. Но всадник даст вам эти силы. У вас будут эти силы реализовать такое, что вам раньше даже и не снилось. Еще всадник говорит о здоровой, хорошей самооценке, самоуважении. Поэтому, что бы вам там ни приснилось по Луне, вы сможете это реализовать, ни секунды не сомневайтесь в себе. Ну и еще всадник говорит о сочувствии к другим, а Луна – это такая эмоциональная карта, поэтому
знаете, будете такими добренькими. Вот. А теперь по сумме. Значит, так. Во-первых, так, вот в комбинации с садником очень хорошо будет, во-первых, заняться спортом, во-вторых, навести порядок у себя дома, в своей жизни, избавиться от людей, которые вам, от людей и от вещей, которые вам не приносят больше пользу, и позаботиться о себе. Вот именно использовать эту энергию, чтобы позаботиться о себе. Потом в такой комбинации вы будете более открыты и духовно, и к новым людям, к новым идеям. А в комбинации с ребенком это говорит о том, что вы будете более такими дружелюбными, и вы, либо вы найдете, либо вы поймете, кто ваш истинный друг, кто ваши истинные друзья. Так, еще вот эта карта говорит, например, о сексе. И у вас Луна и ребенок – это беременность, рождение ребенка, поэтому как бы понятно, при чем здесь секс в январе. Так, про спорт сказала. Теперь вот смотрите, какие дела. Эта карта еще может говорить о ссорах, о боли, о злобе, какие-то абьюзивные отношения. Поэтому вот в такой комбинации вы в январе, наверное, все-таки догадаетесь, что из таких отношений стоит выходить и менять это в своей жизни. Потом, например, еще эта карта говорит о ком-то, кто или о чем-то, кто создает или что создает вам проблемы. И вот если вы вот от этой фигни избавитесь, то вы сможете еще больше развить ваше финансовое положение, наслаждаться вашей работой, чтобы вам там больше никто не создавал никаких трудностей. И даже если будет там какая-то боль, злоба, обида и все дела, не беспокойтесь, меняйте свою жизнь в лучшую сторону. И что бы вы ни выбрали, ничего не бойтесь, этот выбор будет для вас очень удачным в январе месяце. Вы в январе получите какую-то удачу, какой-то шанс изменить свою жизнь к лучшему. А у вас будут новые возможности, вы получите какие-то деньги, какие-то богатства, вы что-то выиграете, у вас будет шанс изменить вашу жизнь вот именно в таком направлении, о котором вы всегда мечтали. Помним о Луне, да? Будет какой-то благоприятный поворот событий в вашей жизни в январе месяце. И вот опять повторяется, помним снова о Луне, потому что Луна и Клевер, обе карты говорят о признании вас, о вашей славе. Поэтому признают вас, ваши способности, и вы получите вашу славу. А еще в комбинации в такой вот вы можете получить хорошие условия в банке. Если хотите там взять кредит или оплатить его побыстрее. Что ж, теперь смотрим совет на январь месяц. Какого совета стоит придерживаться Козерогам в январе месяце 2023 года? Так, женщины, козероги, не пугаемся, вам не надо становиться мужчинами, начнем с этого. А вообще эта карта говорит о активности, проактивности, действуйте обязательно, козероги любого пола должны действовать в январе месяце. Будьте логичными, сфокусируйтесь именно на то, что вы хотите менять, улучшать, на то, чего вы хотите добиться, фокусируйтесь на себе, на ваших целях. И еще эта карта говорит о том, что постарайтесь прожить этот месяц в удовольствии, в празднике.
в атмосфере вечеринок. Создайте себе настроение, создайте себе счастье, потому что в первую очередь тот, кто может сделать вас счастливым или счастливой, это вы сами. И если вот у вас там метла выходила, что, может быть, у вас есть какие-то чувства неприятные, типа злость, боль, обида, обязательно выговорите их, выскажите, выразите ваши чувства любого формата, выразите их в январе месяце. И обязательно следуйте вашему сердцу, к вашим желаниям. Живите в празднике, любите себя. Желаю вам потрясающего, шикарного 2023 года. Пусть этот год будет самым лучшим в вашей жизни, дорогие козероги.